Здравствуйте, дамы и господа! С вами канал «Вкусная еда» и не только Джулия. И сегодня я буду готовить салат таким интересным названием «Пиковая дама». Свеклу я натерла на крупной терке. Теперь отставляю в сторону, пока она мне не нужна. Ну, а теперь, друзья, я взяла лук половину и нарежу его полукольцами. Лук я убираю в тарелочку и отрезаю лимон. Вот этой небольшой долькой я заправлю лук. Добавлю щепотку соли и щепоточку черного перца. Все перемешаю и оставляю лук отдыхать на 5 минут. Теперь мне понадобится чернослив. Предварительно я его замочила в кипятке. А сейчас буду нарезать. Нарезанный полосками чернослив я отправляю к свекле. Твердый сыр я натру на терке. Сыр я отправляю к основному составу, то есть к свекле и черносливу. 50 грамм грецких орехов я растолкла в ступе. Мне так больше нравится. И теперь тоже отправляю к салату. Вот, друзья, теперь лук мы соединяем тоже с салатом вместе с лимонным соком. Заправляем майонезом. Осталось теперь все тщательно перемешать, попробовать на соль и разложить. Вот, друзья, мой салат «Пиковая дама» готов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам салат, что-то, может быть, не понравилось, что там понравилось. Напишите обязательно. Мне очень важно знать ваше мнение об этом салате и вообще. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. И будьте здоровы! И с наступающим Новым годом!